Я мегазвезда! Да! Классное видео, продолжайте дальше. Жуйте с нами! Йо! Ребята, всем привет! Сегодня я снимаю долгожданное видео, я знаю, вы его ждете. Сегодня я буду показывать подарки, которые я нашла под елочкой, ну и в общем все подарки, которые мне подарили на этот Новый год. Делитесь в комментариях своими подарками. Ну а мы начинаем. Первое, что я хочу вам показать, это платье, в котором я была на Новый год. Это подарок моей бабушки, которая живет в Сочи. Я, конечно, его выбирала сама, но бабушка подарила денежку. Ну, это платье, я думаю, уже все видели на нашем семейном канале в новогоднем видео или в моем инстаграме. Если ты еще не видел это видео, где мы отмечаем Новый год, заходи на наш семейный канал Sweet Family, ссылочка в описании под этим видео. Ну, а мы переходим к следующему подарку. Ну, и это, собственно говоря, тоже мой подарок, который я нашла под елочкой. Этот свитшот мне подарили родители. Я им очень довольна, он очень мягкий, в общем, он просто супер. Также мне родители подарили фитнес-браслет, и я, конечно же, уже в них. И, если честно, я их одела в первую же секунду и в них отмечала Новый год. Я давно хотела такой браслет, и вот на Новый год осуществилась моя мечта. В наборе покажу, что шло. Вот такая вот маленькая коробочка. Зарядка для самого браслета. Ну и инструкция. Сейчас расскажу вкратце про этот браслет. Этот браслет Xiaomi Amazfit Bip. Он подключается к телефону. Этот браслет считает шаги, измеряет пульс, сколько я прошла в километрах, сколько я сожгла калорий, сколько я на велосипеде проехала. Также с ним можно тренироваться, погоду смотреть. А самое главное, с ним можно купаться. Здесь есть будильник, таймер, секундомер, компас, ну и настройки. А еще плюс этого браслета то, что если ты не можешь найти свой телефон, то можно включить функцию поиск телефона, и телефон даст о себе знать, даже если он включен на беззвучный режим. Для меня это огромный плюс, потому что телефон я теряю всегда. А еще огромный плюс то, что его нужно заряжать раз в 45 дней. И вы не ослышались, на самом деле один раз в 45 дней. Это так круто, не нужно запариваться насчет того, что вот ты не зарядил браслет, он у тебя разряженный и так далее. И этот браслет мне тоже подарили родители. Также мне подарили запасной браслет, он двухцветный. С одной стороны он салатовый такой, а с другой стороны серый. И, скорее всего, этот браслет я буду носить летом. Пока у меня вот такой вот серый. Теперь переходим к сладкому набору. Я его из новогоднего вот такого вот носочка пересыпала в пакет, потому что носок начал рваться. И сделаем как-то так. Да, это мы просто хлопали еще хлопушки. Ну, а теперь давайте я вам быстренько все покажу и расскажу. Начнем вот с такой вот большой шоколадки Милка. Вот такая вот новинка в нашем городе. Да, я знаю, что многие писали, то, что в их городах это не новинка, уже давно продается. Но в нашем городе это новинка. И, кстати, когда родители купили, они покупали при мне. И больше мы эту шоколадку не видели. Только вот один раз она нам попалась, и все. Под Новый год. А кто любит тоже шоколад Милку со вкусом Орео, пишите в комментариях. Я лично Орео обожаю. Также новинка Макс Фан. Снежный вкус апельсина. По идее должна быть шоколадка белая. Такую шоколадку я тоже не пробовала. Это что такое? Я думала, здесь будет нарисована такая же картинка, а они схитрили. Положили просто фольгу.
Зато написали калории, да, это очень важная информация. А это молочные тофи с шоколадной начинкой. Я очень люблю тофи и вообще я сладкоежка. Также у меня есть мамба тропики. Здесь 4 вкуса. Персик маракуйя, ананас кокос, яблоко киви и манго апельсин. Больше всего я хочу попробовать ананас и кокос, так как я не пробовала. По идее, это должна быть вот эта вот половинка. 2 вида Меллера. В белом шоколаде ограниченная серия и оригинальная. Орео оригинальная. Мне больше нравится классический Орео, нежели с шоколадной начинкой. Вот такой вот леденец с Дедом Морозом. Вот такие вот конфеты дражи. По идее, внутри должен быть кислый порошочек. Ну, я так думаю. Я очень люблю всякие кисленькие конфетки. Это тоже какая-то новинка. Следующее, это Jelly Bean Haribo. Такие мы конфетки уже пробовали. Они очень вкусные. Кстати, из них я делала сладкий подарок на Новый год. И остался Kinder. Kinder Chocobons. Ну, я думаю, их все знают. Bueno. Классический Буэно и новинка Буэно в белом шоколаде. Такую Буэно мы еще не пробовали. А, еще здесь осталась Аленка. Батончик Аленка. Ну и, конечно же, в сладком наборе было большое Макси Киндер яйцо. И попался вот такой вот снеговичок на льду. Он когда... Здесь колесики... И он, когда едет, крутится. Ну, а что стало с шоколадом, я вам не расскажу. Это секрет. Ну и давайте перейдем к следующему подарку. Следующий подарок. И здесь тоже сладенькое. Куда же без сладенького? Просто все знают, что я люблю сладенькое. Здесь суфле лесные ягоды. Вот такой вот наборчик с собачкой. Этот подарок от бабушки и дедушки. Давайте откроем, посмотрим. Ну, я... А, здесь еще магнитик есть. Также здесь монетка шоколадная. Написано «С Новым годом». Также мне подарили вот такую вот чашку с собачкой. И там пакетик Мандарс. У меня новая сережка. Да. И вот такая вот розовая сейчас будет. О, какая я крутая. Я мегазвезда. Да. Это тоже подарок от бабушки с дедушкой. Вот такая вот пижама. А этот подарок мне подарила моя подруга. Здесь была шоколадка Милка. Была, но уже нету. Но вы ничего не подумайте, это не я ее съела. Нет. И вообще я сладкое не люблю, поэтому не я ела. Да. Также здесь была вот такая вот бомбочка. Почему была? Ты тоже ее съела? Вкусно. Также в подарке лежит вот такая вот бомбочка. Она очень вкусно пахнет розой. Давайте откроем, посмотрим, как она выглядит внутри. Меня этот вопрос тревожил уже сколько времени, да. Сейчас, прикиньте, я открываю, а там просто белая бомбочка. Я надеюсь, что это не так. Печально все будет. Неужели... А, не так. Ой, какой классный стоит запах. Вот такая вот бомбочка. Это 2 отдельных кусочка. Вот эта половинка и вот эта половинка. А теперь нужно все это упаковать обратно. Я справилась с этим заданием. Это было очень сложное задание. Переходим дальше. Также здесь лежала такая штуковина. И здесь лежала вот такая вот футболка. Футболка с моим изображением. Итак, переходим к следующему подарку.
это шоколадное яичко от Чупа-Чупс, часть подарка. И вот такая вот майка бирюзового цвета. Сзади очень сложные элементы. Я еще сама не могу понять, как это должно быть. Но как-то так. Обещаю, летом разберусь. Вот как-то вот, вот так. Переходим к следующему подарку. Дай конфет. Отстань. Дай конфет. Нет конфет. Закончились конфеты. Дай конфет. Я все съела. Дай конфет. Я все съела. Еще видео не закончилось, потому что все съела. Дай конфет. Да. Какого цвета? Дай конфет. На Кока-Колу. Дай конфету. Кока-Колу жуй сама. Дай конфету. Розовенькую, да? Да, Кока-Колу кто тут есть. И Кока-Колу, да. А, угу, спасибо. Ой, я сегодня не пробовала. Давай быстрее. Я сама отвлекла. Мне что есть жизнь? Мы только как бы видео снимали. Классное видео, продолжайте дальше. Жуйте с нами, йо! Ой, яблочное. Ой. Яблочное вкусно. Так, поехали. А это тоже пакет сладостей. Вот, смотрите, здесь желание. Тепла и уюта. Так. Здесь киндер-яичко. Вот эта вот штука очень вкусно, очень кислая. Я вчера ее пробовала. И этот пакетик я забираю у Миланы. Так это не твой пакет? Ты чего? Ты свой пакет вчера съела уже. Это вообще Миланин пакет. Это я Миланин пакет съела. А это мой пакет. Поэтому ты говоришь Милане, я его не отдам. Ты съела вчера пакет. Да не съела я вчера. Конечно, у тебя язык свело, потому что ты пакет сладостей такой с кислятиной съела. Положи пакет. Это очень вкусная штука. Я не могу положить этот пакет, потому что мне нужно снять челлендж с ней. Вызов с ней это с кем? С ней. С ней. С карамелью? С этой конфеткой. Вкусно. Слушай, ты хочешь, она не хочет с тобой сниматься. Тихо, не мешай мне насладиться. Все? Говори всем пока и все. Ты насладилась, все, говори всем пока. Ну, конфеты я не буду рассказывать. В общем, здесь много сладостей. Все, всем пока! Я пошла пробовать. Пока!